Жители Башкортостана с января по август оформили ипотечные кредиты на 152 миллиарда рублей. Это на 96% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Данные РБК Уфа привели в Нацбанке по республике. Объем выдачи ипотеки в регионе превысил показатели за весь 2022 год, когда жители региона получили кредиты на покупку жилья на 146 миллиардов рублей. В августе в республике оформили займы на 30,5 миллиардов. Показатель превысил июльский на 37%. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что до конца года темпы выдачи ипотеки снизятся из-за повышения ключевой ставки и первоначального взноса до 20%. Более 20 лет назад, когда в России стало развиваться ипотечное кредитование в том виде, в котором мы его сейчас знаем, оно имело целью повышать доступность жилья для населения, и, в принципе, она со своей ролью хорошо справлялась. Что же мы имеем за последние годы? Именно благодаря субсидированным ипотечным ставкам, господдержке на рынке новостроек, ипотека уже вызвала неуемный рост цен на недвижимость, тем самым снизила доступность жилья для населения. Поэтому ограничение ипотеки сегодня – это на самом деле плюс, если мы рассматриваем рынок жилья в перспективе. Уже просто необходимо развивать иные инструменты приобретения жилья. По данным Росреестра, число ипотечных сделок по итогам 8 месяцев выросло на 46%. С января по сентябрь жители региона оформили 85 800 займов. 90% регистрационных записей пришлось на цифровой формат. По этому показателю республика входит в десятку регионов-лидеров.